Так, всем здравствуйте на моем канале. Вот хочу показать, как я подготавливаю опрыскиватель на весной к трактору на зиму. Как я и где сливаю воду. Самое важное, вот насосе. Вот здесь такая пробка. С другой стороны есть. Сейчас буду откручивать. Здесь неудобно. С одной стороны видно, вода течет. Сейчас буду откручивать с другой. Так, вот как видно, с другой стороны есть такая пробка. Здесь буду откручивать. Теперь прокручиваем насос. Видно. Пока вся вода не выйдет. Вот. В одну и в другую сторону. Вот так вода вышла. Так, вот и здесь. Снимаю. Штопор такой. Ну, воды здесь нет. Нет. Хорошо. Теперь с фильтра. Вот. Буду вот этот откручивать. Больше ничего не делаю. Вот так подготавливаю к зиме. Может, кому полезно. Все, спасибо за просмотр.